рухнет нам на головы. Ты как там? Цела? В порядке. Видел сержанта Кея, Колчика? Я видел их вместе. Пыталась. Что-то вызывает помехи. Это может быть выход. Не знаю. Я о тебе позабочусь. Только держись рядом. Я сама о себе позабочусь. Похоже на то. Карабины, трос, оттяжки, свет. Черт! Ладно. Ну что? Готово. Вперед. Глубокая расщелина. Есть трос. Видишь, там дует. Предлагаю лезть. С каких пор ты куришь? В смысле? Зажигалка. Да нет. На базе взяла на всякий. Готово? А ты? Как-то не похоже это на хранилище оружия. Если тут ничего нет, то почему на нас напали? Идет война. На людей нападают. Ну вот, мы проводим время вместе. Мы всегда по-разному понимали эти слова. Напоминает о прошлом, да? Ты про чувство потерянности? Пол вроде прочный. Да, похоже. Эх.
Неплохо справляешься со стрессом. Научился этому, когда ты ушла. Как думаешь, где мы? Не знаю. Религиозные фигурки. Я думаю, это храм. Это Пазузу. Кто-кто? Пазузу. Ужасы не смотришь? Ты знаешь ответ. Это шумерский демон. Вроде как-то связан с чумой. Чума и демоны, да? Класс. Что там? Не слышала? Нет, ничего. Мне что-то послышалось. Даже в руинах это место выглядит поразительно. Что тут произошло? Выстрелы. Откуда звук? Идем. Что-нибудь видно? Там глубоко. Не опасно? Выбора нет. Трос. Спускаемся. Невероятно. Мы тут не первые. Черт. Видимо, Целус на это среагировал. Мне жаль. Правда. Ты вложил в него столько сил. Если б ты знала. Не вини себя. Я ошибся. Нужно было все проверить. Исключить случайности. Но я был так уверен. Знаю, как для тебя это важно. Мне так жаль. Мы оба ошибались. Что это? Почва просела. После толчков. Похоже на вещи археологов. Кто-то изучал эти руины. Может, включим лампы? Солдаты нас смогут найти. Он все еще работает? О, да. Нужна солярка. Поищем тут. Где ты, Ник? Надеюсь, ты цел. Что? Не расслышал. Так, ничего. Черт, целая гора фейерверков.
Всем позывным, это Кинг. Кто-нибудь слышит? Прием. Надеюсь, мы его запустим. Взгляни на это. Они вели каталог находок. Где-то. В центре в курсе нашего положения. Надеюсь, пилоты донесли. Если кто-то из них выжил. Зачем им это? Эрик, оглядись. Что-то не так. Интересно, как там остальные? В порядке. Они не промах. Не пропадут. Кинг, всем позывным! Меня слышно? Прием! Такое чувство, что даже иракцы не знали про это место. Как я мог так ошибиться? Такую громадину должны были найти давным-давно. Надо срочно включить эти лампы. Я ничего не вижу. Тут есть эхолокация. Это... Это про летучих мышей? Что там? Симптомы? Или признаки? Я точно не знаю. Может, стоило попробовать вылезти из этой пещеры? Раз эти люди сюда попали, должен быть другой выход. Местные боялись этих гор. Я понимаю их.
Видишь, как быстро завалили дверь? Отдает отчаяние. От кого они прятались? Эрик, посмотри-ка. Откуда здесь пулемет? Он времен Второй мировой. Тогда здесь и были археологи. Что здесь случилось? Тут есть удобные точки для обороны, но в целом продумано так себе. Может, делали наспех? Мы не знаем, в каких условиях. Храм должен был задобрить богов. Пригодится. Эрик, помоги мне с канистрами. Ну, хоть с этим повезло. Как твоя нога? Что? А, ты о протезе. Ногу я потерял на трассе. Хватит. Мне еще стыдно. Я много на тебя взвалил. Знаю. Авария не твоя вина. Ладно, за работу. Посвети на бок. О, черт. Что там? Трубка износилась. Клапан протекает. Это чинится? Перед запуском надо заклеить трубку. Наверняка тут что-то есть. Готово? Готово. Мы можем поговорить? Не знаю. Смотря о чем. На базе ты обещала, что мы скоро поговорим. А здесь сейчас мы с тобой одни.
Ужасное свидание. Ты привел нас в какую-то дыру. Ха, да, как так вышло? Отзывы хорошие. Стой, погоди-ка. Я заклеила течь. Держи трубку. Все. Помоги мне с панелью. Только взгляни. Сдохли. Мы уже 100 лет вместе ничего не делали. Но кажется, это было вчера. Рэйчел, мы позволили друг другу отдохнуть, и этот разрыв... Смотри, как он помог нашим карьерам. Ты теперь старший офицер ЦРУ, я... Целу сможет изменить всю эту войну. Да, если начнет работать. Мы же не думали, что так надолго исчезнем из жизни друг друга. Весь прошлый год я был так занят Целусом, ничего не замечал. Больше похоже на отмазку, а не на извинение. Это правда, вот и все. Херня! Ты даже не знал, заработает ли Целус. Рэйч. Ну, говори уже. Мне тебя не хватало. Очень сильно. Тогда мы оба наломали дров, но сейчас все куда проще. Может, еще есть надежда? Должно сработать. Запускай. Заработал. Раз эти люди сюда вошли, мы найдем выход. Осмотрим все. Давай перелезем. Не с ним. Лучше в обход. Сюда.
24 сентября 1945 года. Когда леди Брэдшоу зовет, ты являешься. Мы с Мэри собирались в свадебное путешествие, но приглашение отобедать с одним из самых известных антикваров Британии было слишком заманчивым. На Брэдшоу была брошь, которая привлекла внимание Мэри. Шумерская реликвия, найденная на раскопках в Хашимитском королевстве Ирак. После обеда она показала нам еще одну находку оттуда же – золотую табличку с клинописью. По ее словам, это последний фрагмент карты гробницы Александра Македонского, поиском которой она посвятила всю жизнь. Если она права, гробница находится где-то на границе между Сирией и Ираком. Леди Брэдшоу хочет, чтобы мы возглавили экспедицию. Я только сейчас осознал, что наш медовый месяц пройдет на раскопках в горах Загрос. Мне вдруг стало немного неуютно. Что с ними случилось? Кто-то пытался пробиться с той стороны. Эрик, посмотри-ка. Он работает? Давай это выясним. Пленка спуталась. Думаю, это поправим. Ты все-таки еще носишь кольцо. А твоего я не вижу. Рядом с сердцем.
Ты хороший, Эрик. Может, слишком. Я помню, что оно для меня значит. Я хочу вернуть тебя. Нам было очень хорошо. Я знал. Чего ты хочешь от меня? Ла правду. В смысле? У тебя, Рэйчел. Ты соврала про зажигалку, и не потому, что начала курить. Эрик, скажи прошу. Правду. Эрик, не надо. Признай. У тебя есть другой, да? Камни этого храма пропитаны кровью. Мы ступили на неизведанные земли и пробудили нечто древнее и злое. Скверну, что принимает неописуемые очертания и формы. Веками мы жили в этом мире как дети, не зная об ужасах, дремлющих у нас под ногами. И теперь слепо распахнули врата, ведущие к безумию. Я страшусь угодить к ним в лапы, но мною движет долг. Это место должно быть запечатано ради всего человечества. Мэри, прости меня. Эй! Прикрой. Что за херня? Не знаю. Такого, блядь, мы точно не ожидали. Всем позывным, это Кинг. Контакт, контакт! По нам стреляют, кто-нибудь слышит, прием! Там Рэйчел. Кинг, это главный ястреб 2-1. Повтори, прием. Кинг, это главный ястреб 2-1. Как слышно? Блядь! Тут все всегда через жопу. Ты же не всерьез? Она древняя. Нет выбора. Видишь его? Да, он идет. Но за что? Я не вижу.
уже. Черт! Черт, Рэйчел, не дергайся! Прости, Рэйчел! Прости. Тут все всегда через жопу. Ты же не всерьез? Она древняя. Нет выбора. Видишь его? Да, он идет. Сюда!
Полковник, держитесь! Нет! В каком кошмаре оказались эти заблудшие души? Бедная Рэйчел, она сгинула во мраке. А что же Джейсон и Ник? Братья по оружию, но действительно ли они так близки? Или все-таки человек человеку волк? Осмелюсь напомнить, что тьма уже забрала у них капрала Мёрвина, а до утра так далеко. Но посмотрим на Салима. Рассудительный человек. Быть может, солдат по неволе? Быть может. Незавидная судьба ждет наших выживших. В плену у бездны, в ловушке. Под землей. Один за другим их огни будут гаснуть, если вы не найдете способ спасти их. Как правило, я стараюсь не вмешиваться в дела других, но иногда от этого сложно удержаться. Могу предложить вам совет, если вы пообещаете, что это останется между нами. Разумный выбор с учетом обстоятельств. Давным-давно я встретил слепого поэта, который поделился со мной этими мудрыми словами. Долог путь безмерно тяжек от преисподней к свету. Это все пока что.